бы вы сделали, если бы ваш сын принес домой медведя настоящего? Ой, у нас, наверное, такое невозможно, потому что у нас мама, наша, моя жена Танечка, вот, она испытала... нелегкое такое вот переживание за свою собаку, которая 17 лет жила в семье и была, ну, практически родственником. И как тяжело они с ней прощались, что она попросила нас не просить животное дома. И каждый год снова возникает вопрос, ну, все-таки, может быть, мы можем собачку? Пипец. Не прижимайся. Я не прижимаюсь. Не, ну я чувствую, ты коленками трешься. Да педаль я кручу. Жалуются все время журналисты светских изданий, говорят, вот Дюжевы не показывают своих ребят, ни Ивана, ни Дмитрия. Почему от сглаза? Нет, Танина точка зрения в том, что на данный момент ребенка уже будут узнавать. Вот ты его пихаешь всюду, журналы, телевидение своих детей, да. И их начинают уже узнавать. Люди улыбаются, значит, уже приглашают, значит, уже оценки ставят не по уму, значит, уже какие-то льготы начинаются жизненные. Только они, когда этот журнал открыт у людей, и они есть, прошло несколько дней, журнал забыли, дальше тебя не помнят. А человек уже эту инъекцию узнаваемости, популярности, все обожания получил. Знаете, мне кажется, все-таки, ну, Иван Дмитриевич-то понимает, кто его папа. И в школе тоже все понимают, что он Дюжев, вот, тот самый. Сейчас есть много школ, где дети, к сожалению, уже встречают по одежке своих, ну, друзей, да, своих учителей даже. Мы боялись, что это будет так, поэтому наша школа как раз, она делает акцент на другое. Неважно, кто ты и неважно, как ты добрался до этой школы, потому что детки очень разные там учатся, там, ну, как бы другой отбор. В школе царит атмосфера уважения и отношения к тебе, как к человеку, который что-то сделал. То есть Ваня сейчас очень гордится тем, что он отличный. Стремится к каким-то наградам, к участию в Олимпиаде. Это сейчас для него важнее, чем то, что папу где-то показали или еще что-то. На каком надо? Сергей, скажите, какие у вас планы на будущее? Какие надо? Скажите, куда вы сейчас направляетесь? Место для ментальных глупостей, которые прислушиваются тюремного жаргона. То есть петуха сыграть оскорбление. То есть актер уже не думает о птице, о психофизике птицы, как она реагирует, как она ходит. Возможно, есть внутренний мир этой птицы. Но прежде всего, видите, как для многих современных актеров это сыграло как оскорбление. Ну, здесь уже, когда мы предложили о славе, я, конечно, взял время подумать. Слушай, а можешь мне объяснить, вот в чем разница между тобой и всеми теми, кто остались в России, твои коллеги по цеху, да, и вот молчат, либо говорят вот там за Путина? Вот работает в театре артист, хороший артист, он все понимает. Его ипотека, да, вот это все? Семья, дом, ипотека. Любовница, любовник. Он все прекрасно понимает. Но в первую очередь он понимает, что вот он сейчас скажет, завтра он все потеряет. Про Дюжева говорить не хочешь, то есть, очевидно, ты не хочешь его как бы обидеть. Долбоеб и долбоеб. Я про него все сказал. Просто долбоеб. Ну да. Слушай, а что он так много долбит? Почему? Ну нельзя же, люди же видят. Таким Дюжев был всегда таким. Если бы все люди понимали, что миром движет любовь, то бы мы жили в совсем другом мире. А миром движет любовь? Ну да, любовь. Окей. Любовь ко всему, любовь к пространству, любовь к человеку. Ну вот просто любовь. Вот ты излучаешь из себя вверх любовь. Вот тебе все и складывается. Можно? Пожалуйста. О, какая отвратительная рожа. I was lightning before the thunder.